Легендарный остров Русский к югу от Владивостока. Суровый и неприступный. Надежный оплот державы в Японском море. Его площадь около 100 квадратных километров. И каждая пядь земли здесь хранит память о военной доблести русских моряков. В феврале 2007 года российским правительством было принято важное стратегическое решение, которому суждено полностью преобразить Приморье и на годы вперед опередить приоритетные направления внешнеэкономической политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сентябрь 2008 года. В проливе Босфор-Восточный, отделяющем остров Русский от материка, развернулось грандиозное строительство. За рекордный срок, 43 месяца, здесь вырастет гигантский вантовый мост. Он соединит Владивосток с местом проведения саммита стран АТС в 2012 году и станет частью разветвленной инфраструктуры, объединяющей десятки транспортных узлов и ультрасовременных объектов различного назначения, крупнейший федеральный университет, бизнес-центры, научные и спортивные комплексы. Российскими инженерами была решена непростая задача. В короткие сроки разработать и утвердить проект мостового перехода, который соответствовал бы масштабам замысла и в то же время удовлетворял целому ряду сложных климатических, сейсмических и геологических условий приморского кластера. Скорость ветра в проливе Босфор-Восточный может достигать 72 метров в секунду, сейсмическая нагрузка 8 баллов, а температура зимой опускается до 30 градусов ниже нуля. Предложенный проект предусматривает ряд уникальных технических решений, которые защитят конструкции моста от сильнейших ветров и возможных землетрясений. Использование высокопрочного бетона, комплекс специальных антисейсмических устройств, применение усовершенствованной системы компактных вант, которая позволит снизить ветровую нагрузку на 25-30%. И, наконец, особая технология сооружения вантовой системы, включающей пилонные опоры и центральный пролет. В ряду технических решений нового поколения применение технологий высокоточного изготовления и сборки металлоконструкций, которые обеспечат идеальную геометрию на монтаже центрального пролета с погрешностью в диапазоне не более 3 мм. Мост на остров Русский будет иметь самый высокий пилон – 320 метров, самые длинные ванты до 580 метров, самый длинный центральный пролет 1104 метра и будет возведен всего за 43 месяца. Это рекорд в мировой практике и серьезный прорыв в отечественном мостостроении. На строительстве мостового перехода будет использовано 24 тысячи тонн металлоконструкций, более 37 тысяч тонн арматуры и свыше 320 тысяч кубометров бетона высокого класса прочности. Возведение моста ведется непрерывно, днем и ночью одновременно с обеих сторон пролива. Шаг за шагом, навстречу друг другу, растут части гигантского пролета, чтобы сомкнуться воедино на высоте 70 метров над Босфором. Стремление к международной интеграции и техническая мысль ведущих инженеров России сделали реальностью фантастический проект «Мост в будущее», который откроет новые горизонты для экономической консолидации стран Азиатско-Тихоокеанского союза и послужит толчком для стремительного развития Приморья – восточных ворот России.